В Северном Казахстане проходят бизнес-курсы по программе «Бастау» от Палаты предпринимателей. Обучение уже прошли 732 человека. Более 300 из них получили безвозмездные гранты и микрокредиты с низкой процентной ставкой. Какие еще преимущества получают участники курсов и кто уже реализовал себя на поприще предпринимательства, расскажет мой коллега. Программа «Бастау» обучает безработное либо самозанятое население. В течение года 4 потока начинающих предпринимателей осваивают принципы ведения бизнеса, изучают основы маркетинга и юриспруденции. На сегодняшний день тренинг-курсы прошли 732 человека. По словам экспертов, наиболее популярны сферы сельского хозяйства, оказания различных услуг и торговли. Микрокредиты получили 120 человека и грантовое финансирование 199 человек. Возможная сумма гранта – это 200 месячных расчетных показателей, что в денежном выражении это 583 600 тенге. Эти деньги даются либо на открытие бизнеса, либо на расширение уже имеющегося дела. Порядка 30% уже расширяют свое имеющееся дело, и порядка 70% – это стартап-проекты, которые только-только начинают заниматься бизнесом. Татьяна Мезенцева по профессии портной. Мастер занимается пошивом сумок, кошельков, монетниц из разных тканей. У женщины свое ателье. Чтобы расширить производство, Татьяна участвовала в программе «Бастау бизнес». Она получила грант в размере 583 тысячи тенге. Я прошла обучение в Атамекене по программе «Бастау». Училась я 3 недели. К этому, конечно, я пришла не сразу. На эти деньги я приобрела 2 машинки. Они идут специализированные именно для тяжелых и среднетяжелых тканей. Эта машинка, она предназначена именно для кожи. Она идет шагающей лапкой с нижним продвижением. Обучающие курсы реализуются в онлайн-формате. В течение 21 дня участники осваивают 82 видеоурока, проходят итоговое тестирование, а также пишут свой бизнес-план. Всего в текущем году по программе «Бастау» курсы пройдут 750 человек. Тамерлан Тлеубаев, Райнбек Бегужаев, служба новостей.